Ну что, приветствую, мы продолжаем с вами проходить Iron Man 1, да? В прошлой серии прошли много чего, да, такое... Много чего прошли. Ну вот, если не видел ни одну серию, да, по этой игре, ссылка в описании находится, во-первых, на плейлист по этой игре. Подскажешь сверху справа, либо чуть ниже описания спускаешь, там прикреплены прошлой серии и плейлист по этой игре. Вот, сверху справа там такой кружочек будет белый с пустым знаком. Вот, а мы, собственно, сами продолжаем проходить данную игру, поэтому Саша подобно называется Пледик, где-то предпочитает куш, предпочитает как 5 или 50 воды, потом просмотр, а мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Бля, лишь бы оно осталось, пожалуйста. О, все, фух. Вот оно, все. Все, ребят, все. Сохранилось, наконец, все. Фух, а то я переживал, что нет. Погнали. Я не знаю, это будет финал, не финал. Не знаю, должен был быть уже финал. Ну, посмотрим. Так. А, ну точно. Давай сейчас подойдем. Пока, кстати, в прошлой серии у нас с вами было несколько костюмов новых, да, таких интересных. Много смешно выглядит, конечно, но посмотри обязательно. В этот раз я выбрал Марка Третьего. Марк Третий выбрал. Так, у меня вот это классический костюм, это из этого, комиксов, наверное, да? Из комиксов. They were using me to get to you. Who? AIM? Please. They're insane, and they failed. And now I'm gonna take them down. Tony, no. It's too dangerous. То, что мы в прошлой серии, ребят, сам видели, посмотрим еще раз. Ну, типа, говорит, я сейчас, я пойду разберусь, ты сиди здесь, пожалуйста. Он говорит, нет, ты что, дурак? Давай, не нужно. Он говорит, я должен их остановить, что иначе всему грозит угроза, но и тебе тоже. Ты что, сошел с ума? Нет, я хочу спасти тебя. Ну, зачем? Get to the office. То, что я люблю тебя. If Obi's got a plan, надо идти в офис и там кое-что okay. сделать. Хорошо. Я сделал, что ты сказал. Hey, be careful, Pepper. Будь аккуратней. I just don't know what Stain's capable of anymore. Что-то типа того сказал. Ну ладно. То вот это будет босс, да? Ну, не помню, позадали задание, но мы подумали, что это очередной объект исследования, а и я. Хорошая находка, Тони. Эти парни не скроются от меня. Ты завершил анализ пушки? Да, это штука машина для убийств. Я никогда не создал, не создал такого подобного. Я знаю. Опа, добрый вечер. Proton cannon detected underground. It has a force shield, sir. I need to get past that shield. Чуть пушка это на трех электрических станциях. Это у нас такая станция, сэр. Show me, Jarvis. Affirmative, sir. Вот на этих? Вроде бы точно да. Или нет? Нет. Ух, ебать, что, блядь. Поехали. Давай, чтоб нам быстрее было. Он смотри, как умеет. О, пока с тобой летаем чисто, видишь? Ох, как жестко. Ой-ой-ой, что, блядь? А что здесь? Подожди, что здесь? Куда мне идти? Вы что, вы выраете или что нет? А, вот это типа. Давай так его сломаем, хуля. Уничтожил, осталось две. Я в курсе, что осталось две. Потом пушка активируется, сэр. О боже, иди на эту штуку.
After the cannon fires, the capacitors will need time to recharge. Whatever. Affirmative, sir. I have to time this just right. Погнали, нам с тобой еще не надо уничтожить, как говорится. Да, вот это интересная миссия, наверное, тем, что может кто-то полетать, типа, знаешь. Тут прям хорошо дают. Прям хорошо, то есть надо уничтожить сразу. Кто еще? Кто еще, блядь? Алло, блядь. Не понял. Приколы. Manual heart system reboot activated. Manual override failed. Слышь ты, блядь. Блядь, ты издеваешься нахуй или что, блядь? А, ты еще этот, блядь. Охуенно. Что это такое было, блядь? Не понял. Так, а где? Да, мне вот сюда нужно или что? Нет. А куда здесь нужно, блядь? А вот и танк, смотри. Покедово. Электростанция уничтожена, осталась одна. Что-то сейчас было, ну ладно. Летим к последней электростанции. Да, интересная миссия, да? Да. Добрый вечер, ребята. Я к вам. Ой, добрый вечер, добрый вечер. Да-да-да. Добрый вечер. Сильвер стал слышен, сэр. Пушка беззащитная. Ой, все, пока. Пока. Что это, блядь, было сейчас? Мало энергии почему-то, блядь. Странная херня, ну ладно. Ядро. Вот этим, типа, нужно фермуть ее. Failure. Manual reboot activated. Override failure. Backup system activated. Tony, are you all right? Never better. Jarvis, status report. Suit has taken moderate damage. Suggest you avoid such direct hits in the future. Why, Jarvis, what would I do without you? Все вот этим нужно, да. А как мне уничтожить ее? Я просто не пойму. Мне похуй. А как мне уничтожить ее?
О, руками, этими руками, что ли, блядь? Ну же года кого-то там. Это Хорган. Что? Бруно Хорган. Узнал бы про разработку, что не года, но действующая. Хорган пытается взорвать источник энергии, сэр. Тони, ты должен его остановить, он может уничтожить целый остров. Ну что он не сделает? На, вот, с этим боссом. Дарвис. Да, я Хорган. Да, сэр. Связь с Хорганом. Хорган, ты безумец. Это верно, ты потерял сердце, теперь я победил. А, он тоже Мазилой будет, чешом, бля, да? Так, ребят, давайте сразу, чтобы вам было, ну, видно, да? ХПшечку, да, его? Потому что надо так, так надо. Ну, чтобы был комфортно, да? Вот. Чуть выше меня она находится, если что. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё, блядь? Дурачок? Change the rules, Stark. They've always been the same. Ну хорошо, это хоть не промазывает. Stress on heart system too great. Will permanently fail next time. So long, Stark. Satellite images showed construction, but we assumed it was another AIM research facility. О боже, блядь, с самого начала ебанутая игра, блядь. Did you complete the analysis of the cannon? Ну, сейчас, ребята, дойду до того момента, быстренько, да, чтобы не всякие хронометражи, и продолжим. Ребята, я дошел до того момента, блядь, пиздец вообще. Вот что за игра просто? Почему нельзя здесь чекпоинт сделать? Morgan attempting to blow up power source, sir. Да. You have to stop him. He could take out the whole island. Ну ладно. He's not going to do a damn thing. Jarvis, get me Morgan. Yes, sir. Connection established. Morgan, you are insane. This is dedication. You've lost heart. Now I win. Блять, что за хуйня-то? Можно мне, блять? О, блять, боже. Пиздец просто.
Ну что это за бред ебаный, честно, блять. Блять, что это за бред ебаный? Ну честно, блять, игра. Давай ты будешь хуйней маяться, хорошо, блять, я тебя услышал. This isn't a game, Morgan. You can't change the rules, Stark. They've always been the same. Просто, блять, белую пелену, пелену тебе сделал, блять. Вообще не наносит ничего, она. Блядь, ну боже! Ну боже, просто я охуею с этой хуйни. О боже, о боже! Блять, не игра, просто... Да, ну давай все выровняем, хорошо, так будет проще просто. Все, забаговался, мальчик. Душный такой довольно-таки. Босс. Блин, Хоргана, блядь. Вроде они сделали то у них. Что? Сегодня Хоргана. Микроволновую. Нет, а я недавно запустил прямо на спутник. Ага, сечь там солнечные коллекторы. Вот как они это делают. Теперь я знаю, что мне нужно делать. Да, бред какой-то полный. Ну ладно. Да, да. Ну такой душновато был босс. Окей, не спорю, душновато был босс. Уровень. Let's go next. Так, блин, вот этот костюм, да, это из комикса, так понимаю, правильно? Правильно понимаю? Look at her. She's gorgeous. Very nice, Doc. Our captors would love it. Would, but it's not for them, it's for us. We're getting out of here. Ah, I see. And what happens with this? What, are you kidding? I gotta build more. This is a work of art. I've never designed anything like it. Just look at it. This is the future, Jensen. Так. Так, да, все, да, повыше взял веб, все. Первый взял, стал заморожен, значит, там. Он не скрыл, как у меня их штаб. Да, это АИМ. Это и Стейн. Не могу найти, Тони. Я разберусь, позже начало главное. И позже начало главное, хорошо? Шпионом. Так у меня вот это классический, да? Из этого, блядь. Ну, из этого самого. Как он называется? Это комикс. Вот так вот можно сделать было, и все, сразу же.
console on far wall, sir. It likely controls the security fields. Jarvis? Detecting signal in close proximity. Unable to pinpoint. Movement erratic. You will have to physically locate it, sir. Tony, Stain's here. He sealed off the building. Good. Now I know where to find him. Так. We're moving all the residents out of the city. We don't want any collateral damage when we move in on Stain. Поехали. Они еще разделяются, смотри, видел? Смотри. Оп. Оп. Ты кто вообще, блядь? Вынуждаешься им выпускать очень классные вещи. Мне почти жаль. Нихуя не жаль. Почти. И жаль, ему почти жаль уничтожить. Почти. Он сказал так. Когда вы там, если вы сможете найти терминал, я бы хотел что? Хотел посмотреть, что скрывает АМ. Каким образом я должен сюда проникнуть? Типа вот таким, блять, хочешь сказать? Ну да. Получается, что да. Просто потрогал клавиатуру. Нормально. Нормально. Верни украденные схемы.
Tony. You see the military hardware? Just the stuff that's kicking my ass. I'll let you know. Чё, ass, блять? Так не выражайся тоже, знаешь ли. Да все, все, мальчик, пока. Чего, блядь? Ты, похоже, тебе пора куплю и теперь они могут повредить броню. Да вроде нет, нормально. Просто пролетел, блять. А, ну мне скорее сюда вот так, чтобы пролетать прям. А не, вот что-то есть. The city has been evacuated. We still can't reach Stain. Doesn't matter, I'll be there soon. Да. Успокойся, ты ёпта уже. Блять, ты серьезно? Вот по тебе тоже попал, блять, ему похуй. Просто смотри, вообще все равно. Вот смотри, вот смотри, оп, оп, оп. Видишь, все равно попадает, все равно попадает. То есть вообще похуй ему, блять, в целом. Но то, что типа ты уворачиваешься, вообще все равно. А когда ты автоприцелен, да ты ебано используешь, что, блядь, ну, извините, извините. Что здесь, кто еще? А, ты, блядь, что ты тут забыл вообще? Мальчик, успокойся. Ай, блядь. Да. Игра интересна, интересна. Впечатляет, фильм мне придется его взорвать. И что здесь? Я играю в самбо серф или что, блядь? Aim is definitely up to something.
Tony, не знаю, чтобы сегодня защищать. AIM's main computers should be somewhere there. I'll find him. Я не могу пролететь даже, чтобы ты понимал, вообще никак. Не могу вот так только сделать, ладно. Бля, иди в пизду, пожалуйста. Отдай на броню пока, отдай, я не могу. Очень интересно. Однако получается очень интересно. Жжешь главный компьютер, блядь. Ну здесь ты явно не пройдешь, да? Так и думал. А, здесь можно и так пройти, ладно. Да, выглядит очень знакомо. Нет, нет, это не мое. Далее же стены копии брони. Брони. Да как нехуй вообще. Что мне делать, блядь, эти? Боже. Типа арена или что, блядь? А, ну благо, что они тут по три. Ну, блядь, ладно. На броню давай. Поехали. Да, так даже проще, блядь. Тут трек какой-то, трек какой-то. Да, блядь, ёпта. Куда вы уходите, ёпта? Ты чё, боишься меня в рукопашную или что, блядь? Yeah, Tony. Да, Тони. Нашёл что-то важное в данных, в моём костюме, прочё. Блядь, опять, не успел. Good. Это облегчает задачу. Уничтож. Чё, главное уничтожать? Главный излучатель уничтожить, вот. АМ, конец. Получилось. Теперь твоя очередь, Стейн. Что это было? Ничего, я иду домой. Ну ладно. Продолжить, что там еще? Что здесь, все? Thank you.
Так, мы с тобой прошли вот это вроде, да? Да, заеднок. Ну ладно. Давай-ка мы... Давай за третьего Марка поиграем, что нет. Прошлый серию помешали очень сильно АЕМ, поэтому вот так вот. You crossed the line, Obi. Dad never would have gone along with any of this. Your father understood business. This is beyond you. Business? This is insanity. Insanity is thinking you could build these weapons and then look away when people use them. This is the real world, Tony. It's time you started living in it. You know what? This is a waste of time. I'm not letting you do this. You seem to think you hold the cards here, Tony. Miss Potts would probably disagree. What? Did you think I wouldn't find out what she was doing? If you hurt her... Don't force my hand, then. Doesn't have to be this way, Obadiah. But I am coming for Pepper. You always do what you want, Tony. I'll do what I must. Ну, даже финал получается, мы сейчас не будем биться. Ну, короткий будет тогда видос еще. Да, финал, ребят, финал. Ироника, ты не избавляешь меня от оружия, ты создаешь крупнейшее оружие в мире. Где Пеппер? Не волнуйся за нее, подумай о себе. Это ты, мастер. Ради бога, Обадай, это Пеппер. Тебе следовало дать мне костюм, Тони. Тогда это никогда бы не случилось. Так, держите, ребят, сразу давайте. А что я делаю? Сейчас, секундочку. О, смотри, что сделал, а? А? А-а-а. Хочешь меня кинуть ее? Ну давай. Похуй или что? А, блять, смысла нет вообще. Ой, блять, что? Твари, блять. Это заебёшь-то, блять. Как тебе такое, а? Давай, 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 ну давай, давай. Так и будешь за ней бегать или что, блядь? Так. Думаете, ваша сила сможет выдержать удар в лобовое мгновение? А, один раз попал, наверное. Ай, больно, 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 больно. Ебана. Погнали. Но это будет очень муторный босс, скажу вам так. Safety belt in there, Tony.
Один раз попал, блядь. Ну, ты хуя знаешь, ты в курсе, блядь? На, блядь. Куда ты стоим? Пошли в реактор, Тони. Пеппер ждет. Что ты с ним сделал? Тони, я в центре планеты реактора. Стой, ну стой, реактор нестабильный, взрыв возможен в любое время. Джарвис, это было возможно? Подтверждаю, сэр. Значит, там нужно устроить короткое замыкание. Может, с помощью высокого тока или иного удара. Попробуем. Pepper, look at the control board. Flip the third switch, bottom left. It'll build up a charge, so get ready. You sure you want to do that? No. Now do it. System is charged, Tony. I think. Got it. Какое ощущение стоим? Pepper, flip that switch again. Did it. Блять, тварь! Ну все, мужик. Победи Стейна. Он и сейчас стоит. Или отлично, Тони, что такое он сказал. Все? Это все? Это вся игра? Чисто серия на 8 минут, на 9. Я смотрю, как продолжается. The man who embraces his heroic nature pays a terrible price. He sees the darkness in the world. And in his own heart, and is forever changed. The child gives way to the man. And the day comes when he must ask himself, what kind of man will I be? Am I willing to die on my feet? Or will I live my life on my knees? Do I have what it takes to become truly great? To become more than a man. To become Iron Man. Угу. Все, это вся игра, серьезно. Можно это было в прошлой серии пройти. Да, все, прикинь. Все, это вся игра. Ну смотри. Во-первых, здесь есть бонус какой-то, а сейчас его тоже пройдем. Почему бы нет, собственно. Ну, давай посмотрим, что такое бонус. Потому что это у нас настройки, как понимаю. Бонус. Ну, нихуя, смотри, что есть. Концепт арта. Что это? От концепт-арта.
Ну, посмотрим, что это, блядь. Интересно. Ой, блядь, чё у вас так, а у меня так? Что это? Это передача другая чуть-чуть. Ну ладно, просто чуть ярче, у вас наоборот чуть темнее. Да. А, это к фильму, наверное, да? Наверное, фильмы, да? Хорошо. А все, что ли? Это реально все? Это может было в прошлой серии это пройти, блядь. Ну, знаете, ребята, если сейчас вы видите это в одной серии, да, то есть в прошлой серии вы видите вот это вот прохождение, грубо говоря, да? Sega. Если вы видите сейчас это, ну, эту серию в прошлой серии, грубо говоря, значит, я все это впихнул в одну серию, потому что, ну, блин, 11 минут — это не серьезный финал. То есть, серьезно, что ли? Кого, блядь? Да, посмотрим. Ну, есть бонус какой-то. Концепт-арт. Полкин. Аут трейлер 1. Да, подождем. А, я не знаю, загрузится или нет. Ну, короче, если вы видите это сейчас в прошлой серии, да, эту серию в прошлой серии, если что, то знаете, ребят, то знаете, что я сценил все в одну, поэтому так вот. Блин, я не думал, что финал, думал, там еще что-то будет. Ну ладно. Чем могу сказать по игре? Блин, на самом деле это не ощущается как игра, знаете, ощущается как DLC какой-то. То есть, если есть какая-то игра полноценная, прям такая, да, то есть, ну, средний такой, наверное, продолжительность, то на часов, может быть, 15, может быть, даже 11, что-то такое. Вот. Как будто это DLC, знаете, просто либо к фильму DLC, либо просто, знаете, они попробовали, ну, они просто вышел фильм, они, ну, они решили попробовать сделать игру для фанатов, да, и сделали такую довольно-таки коротенькую игру, и все. Прикольно, прикольно, на один раз пойдет, типа, поиграть, почему бы нет, для фанов, я думаю, тоже это прям вообще, ну, в то время было вау, сейчас я не знаю, я думаю, это прям классно было, да, игра, ну, просто поиграть за Железного Человека, классно, и тому подобное, хотя здесь, видите, сюжет чуть-чуть на другом основан, чуть другой сюжет, да, нежели в фильме. Вот, ну, ладно. Не суть важно. В целом ощущается как просто именно... Не загружается, короче. Ощущается как просто, короче, DLC-ха. Ощущается как DLC, реально. Короче, ощущается как DLC и не более, не как полноценно, как DLC ощущается. Игрушка прикольная, блин, пройти можно, почему нет? Так, для разнообразия прикольная, почему бы нет? Но она довольно-таки коротенькая, очень короткая игра и довольно-таки легкая. Непонятна механика именно ботов, NPC-шек с этими, которые, знаете, пуляются этими электрическими зарядами, мне это непонятно. Именно такие челики бегают и стреляют и вот этими с RPG-шки, да? Ну вот, и с этой, с электрическим зарядом. Если с RPG-шкой еще можно как-то вернуться, то с этим зарядом я вот, видите, уворачивался, они все равно попадали. То есть им вообще все равно было. Это странно, но ладно. В целом, игрушка прикольная, боссы такие довольно-таки простые, нам очень простые. Я говорю, это, наверное, было сделано, скорее всего, эта игра была сделана чисто для фанов, чтобы они просто, ну, попробовали себя в роли Железного Человека, грубо говоря, поиграли за него, да. Прикольная игрушка, прикольно, но... Такая. Одновременно прикольно, но одновременно такая. То есть чекпоинты здесь. То есть ты проиграл боссу с самого начала начал. То есть, да, где-то вот такое было, да. Ну, короче, странно, ладно. Ну, в целом, как-то такая игрушка была. Довольно коротенькая, но интересная, да, по-своему. Вот, в целом, если вы фан, или вы просто, ну, не знаете, во что поиграть, поиграть в эту игру, просто пройдите все, почему нет, рекомендую. Прохождение, но знаете, что есть моменты, где вы будете с самого начала проходить миссии. Да, это такое. Вот, а так в целом прикольная игрушка была. Давайте посмотрим, что тут есть. Титры. Я понял. Вот, в целом, прикольная игрушка, классная. Так чисто для разбавить, знаете, с другими играми. Прикольно, чем бы нет.
Давайте мы сейчас с вами зайдем еще посмотрим, кстати, этот костюмчик новый, да? Улучшение. Все, у меня все есть, может, что есть? Ну да, все есть. А баллистика нет. Даже это все или что? Я просто не пойму. Ну да, это было последнее. А что такое? А почему? Что? Что? Ну, бонус тут вообще есть, вот. Концепт-арт какие-то. Понятно. Мститель еще есть. Да, посмотрим, займемся сейчас на рандомный тип этот. Где находится? Да, зайдем посмотрим вот этот свой костюмчик, собственно, да? Интересно, как он выглядит. Вот, а так, в принципе, прикольная игрушка, чисто разбей, почему бы нет. Так, это пропускаем. Да, посмотрим с тобой именно костюм. Мне интересно, как он выглядит. Advanced idea mechanics. Why can't they build their own weapons without using my technology? Это рандомно, когда сейчас загрузил задание. You know no one can compete with you. Especially now that I've got the ultimate power source. I mean, my designs were great before, but now it's hard to forget it. I'm unstoppable. Hold on. Have your weapons always been limited by the power supply? Yeah, why? Because power sources are what AIM is after. Жалко, что здесь костюмы чисто как косметика используются больше. Был бы, наверное, прикольный, знаете, у него же в любом случае и по комиксам, вроде как я знаю, по фильмам разные костюмы имеют типа разную эту, ну, способность, грубо говоря. Ну, вот так костюм выглядит, в принципе. Уже с треугольным, видите, этим. Прикольно, но это, наверное, с комикса тоже, да, наверное, какой-нибудь. Жалко, что, говорю, чисто косметика здесь, чисто косметика это. Жалко, что чисто косметика все это дело, но ладно. Собственно, что могу сказать? В принципе, все, ребят, такая игрушка была на прохождение Iron Man 1. Прошли игру про еще одну героя, скажем так, что мы с вами проходили Бэтмена, случай постоянно находится тоже на планете, собственно, да? Прохождение Бэтмена уже давно его прошли. И вот с Iron Man прикольно. Две разные, грубо говоря, вселенные, да, там DC здесь вроде как, да, там DC, а это Marvel. Прикольно, прикольно. Но с учетом того, что год выпуска здесь разный, их сравнивать даже нет смысла, поэтому так. В принципе, все, ребят, спасибо за то, что увлекся на таком коротком приключении, да, но по-своему интересным, скажем так. Это был Iron Man 1. Мы его прошли, в принципе, все, увидимся в следующих играх. Увидимся в следующих играх. Давайте.